Лествица. О, интригующее название, ну-ну. Жил-был в нашем городе один бизнесмен. О, так я знаю эту историю. Дела у него шли хорошо, и машина последней марки. Мерседес у него был черный. Занимался он кинобизнесом. И все мечтал, кстати, Оскара заполучить. Слушай, я не могу так работать, когда все время комментируют. Хочешь, сам рассказывай, если ты такой грамотный. Ну и расскажу, и может еще даже и поинтереснее получится. Так вот, лествица. Жил да был в нашем городе один бизнесмен. Дела у него шли прекрасно. Так вот, машина у него была черный Мерседес. Занимался он кинобизнесом, и все мечтал вот он Оскара заполучить. Ну, для Оскара-то бюджет нужен не маленький. И вот однажды для этого он решил взять денег, огромных денег у серьезных людей, для того, чтобы вложить эти деньги в перспективный такой серьезный кинопроект. И вот здесь, пожалуйста. Пожалуйста. Сергей Сергеевич. Ну вот, а теперь мани. Только папе не говорите, пусть для него это будет приятный сюрприз. Договорились. Ну, бери. Ой. Улыбочка. Но все пошло не так, как он мечтал. Ты меня слышишь? Мы же столько раз вместе вели дела! Да! Ты же знаешь, у кого я взял деньги! Они же меня урут! А если узнает папа, то... Да! Собрался. Ты. Где наши деньги? Я все отдам. 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 Это мое. Понял? Господи, если ты есть, помоги, сотвори чудо.
помоги. Чудо! Что? Бог есть! Слышишь? Бог есть! Ага, да при чем здесь Бог? Вовремя ребята в аэропорту Свет, вы же лицо фирмы, да? Ну что это? Что за прическа? Вот, уже лучше. Что за наряд? Задумайтесь. Так, неплохой вариант. А если без помады? Не годится. Вот, Светочка, это то, о чем я вам говорил. Теперь на вас приятно посмотреть. И вообще, рекомендую, ознакомьтесь на досуге «Образ женщины в православии». Выше. Ай. О. Так. Мне салат из овощей с морским коктейлем. Только обжаривайте не на сливочном, а на постном масле. Пометили? Да. Дальше стейк из лосося. Бутылочку безалкогольного шампанского. А на десерт сорбе из дыни и белый чай. Сорбе, к сожалению, нет. Могу предложить вам смузи из дыни с вишневым соком. Давай смузи. Ну чё, мне, в принципе, как обычно. Оливье, свиная отбивная и 200 водочки. Ха, да. Сейчас же пост. А ты скоромное заказал. Ха, овца ты заблудшая. Ты бы лучше на меня равнялся. Вот возьмусь я за тебя и зарплату урежу. Да ладно, чуть-чудишь. Слушай, мы же сегодня вечером оторвемся, в клуб сгоняем. Девок возьмем, в баньку какую, а? Ты что? Это же грех праздности и блуда. Ой, ну ты зануда. Ладно, зануда. Ладно. Ты деньги в детский дом отдал? Да отдал. А в хоспис? Да и в хоспис отвез. Слушай, только я чуть не могу понять, в чем фишка, а? Угу. Чем больше ты раздаешь, тем больше нам возвращается. Ты 100, обратно 500. Чудеса какие-то. Ха, это твой Бог как-то очень круто нас благодарит. Что ты сказал? Да на, сам посмотри. Счета как на дрожжах растут. Сделки одна прибыль не другой. Иисус сказал, если хочешь быть совершенным, пройди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах,
и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Господи, что же мне делать? Как спастись? Извините. О, господин монашествующий, где тут у вас старец? А вам зачем? Что? Трудно пройти верблюда через игольные уши? Проходите, проходите. Открой. Не-не-не, Сергеевич, ты иди, мы тебя здесь подожди. Возьмите. Возьми пакет. Пожалуйста. Спасибо. Батюшка, мучает меня ситуация с верблюдом. В Евангелии прочитал, что не спастись мне из этих денег. Надо, Христос говорит, все раздать. Я раздаю. Раздаю, а капитал растет. Что же делать? Ты, брат Сергий, буквально-то Евангелие не трактуй. А то мы своим умишкам скудоумным так можем натолковать Святое Писание, что ух... Секта теперь знаешь сколько? И все называют себя христианами. Угу. А это от того, что без помощи Духа Божия толкования идут. От разумения человеческого. Так как же эти слова про игольное ушко понимать-то, батюшка? Богатство, честно приобретенное, это как дар Божий. Само по себе не является злом, от которого во что бы то ни стало нужно избавиться. Зло заключается не в богатстве, а в пристрастии к нему. Значит, нельзя ни к чему привязываться? Да. Самое главное – не привязываться к земным ценностям, к тому, что не можешь забрать с собой туда, в мир иной. Не собирай себе богатства на земле, но собирай их на небе. В Бога богатей. А это как? Душу преображай. Угу. Вот видишь лестница, ведущая на небо. Смотри, сколько в ней ступеней. И не пройдя предыдущую, не поднимешься на следующую. Только бойся рвения не по разуму. Не спеши. Нельзя вдруг сразу стать совершенным. Для начала нужно сердце очистить. Понятно. А вот посты Русской Православной Церкви. Почитай. А то ты пока еще слабо представляешь себе, что такое пост. Thank you.
Спасибо, отче. Вы мне, так сказать, путь указали. Ни к чему не привязываться. А ты не гордись делами своими. И главное, бери ношу себе по силам. Через ступеньки-то не перепрыгивай. А то сам не заметишь, как кувырком покатишься вниз. Понял? Но только понял он батюшку неправильно. Значит так, оставляем себе только необходимое. Сейчас сядем, будете выписывать чеки, а я все подпишу. Вот список нуждающихся. Куда? Выносим, Светочка, выносим. Угу. Ну что это, Свет? Ну. И это чего? Все в монастырь, что ли? Да они же этого даже не оценят. Пусть лучше послужат людям, чем просто так будут пылиться годами. Я вот теперь думаю, и зачем было мне одному вся эта 1000 костюмов? Так может быть и мне что-нибудь презентуешь? Скажем так, пожертвуешь, а? А вот когда ты будешь на паперте стоять, тогда и поговорим. Не, спасибо, не надо. Стой, 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 стой! Это же пиджак, с которого я начинал свою карьеру. Ну, как? Хорош? Хорош. Ну, теперь ты точно на бомжа похож. А это хорошо. Это хорошо. Пропал наш Сергеич. Мы с вами молодцы. Вот переедем в офис подешевле. И зарплату вам... оставим прежнюю. Эй, это мой галстук. Где? Это? Да. Ну да, твой. Я его как раз собирался одному отроку для выступления отдать. Да? Ну да. А то я было подумал, что в тебе дух стяжательства проснулся. Да не, ну как ты мог? А? Хорош? Да. Хорошо, что папа этого не видит. А на Западе все уже давно на велосипедах ездят. Угу. А ты все еще на своей Пошке гоняешь? Ну да. Кстати, я уже нашел, кому ее пожертвовать. Что? Еще чего? Не волнуйся, не волнуйся, я пошутил. Вижу, не готов. Не готов. Не все же так быстро к Богу приходят, как я. Папин особняк, на сарай для меня. Сергеич, может, все-таки к психиатру сходишь, а? Коляныч, видал? Костюмчик у меня от Дольче Габбаны. А у меня петь, смотри, вот какой. Это Армани, так что не больно важно. Ну, Сергеич, благоди, удружил. Решаю тебя от грехов твоих во имя Отца и Сына Святаго Духа. Ступай с Богом.
Что-то ты сильно изменился. Что с тобой? А я, как вы мне посоветовали, стараюсь жить, ни к чему не привязываясь. В чем же каешься? В чревоугодии, батюшка. Люблю вкусно поесть. Что? Все? Все. Что, не в чем больше каяться? Больше не в чем. А ты случайно через ступени не перепрыгиваешь? Иди-ка ты почитай помощь кающимся. Может, еще какой грех за собой увидишь? Ступай! Господи, помилуй, помоги. Ну не понимаю я этого старца. В чем мне еще каяться? Кто высоко летает, тот низко падает. Что ж тут неясного? Но он опять ничего не понял. Алло? Да. Конечно. Договорились? Пошли другой дорогой. А то незнакомых встретим, а ты в таком виде. Ух, потом ты... позору не берешься. Ходишь как клоун. Ну чего ты этим добьешься? Какие люди! Ох, здравствуйте, Сергей Сергеевич. Привет, Михалыч. Что-то давненько вас не видно было. Как дела? Дела, Михалыч, прекрасно. Просто стараюсь жить, ни к чему не привязываясь. Это как же? Как? А вот как. Эй, любезнейший! Ты! Иди сюда! Это мой последний пиджак. Носи на здоровье. А чего только пиджак? Ты еще штаны. Рубах с ними отдай. Мне бы поесть. Поесть? Держи, беляши еще теплые. О, вот ты человек. А то суют, понимаешь, тут всякие объедки. Сергеич, ты мне тоже чего? Конечно, Михалыч, держи. Сергеич, ты впрямь божьим человеком сделался. Мне говорили, а я не верю. А теперь и сам вижу. Хотя бы и много мы в жизни нашей добрых дел совершили, но если не было в нас смирения и покаяния, то все они притворны и суетны. Вон оно как! А чьи это слова? Об этом говорил святой Иоанн Лествичник, тот самый, что о лестнице, ведущей на небо, книгу написал. Как же меня угораздило. Шел как по небу летел, и тут на тебе. Господи! Что не так?
Помоги. Вот. Не очистив сердце от страстей, нельзя браться за подвиги. Как говорит наш батюшка, первый враг на пути к спасению – гордость. Угу. Что там дальше? Родничок. Родничок. Был в нашем монастыре благочестивый обычай в дни поста, особенно Великого и Успенского, исповедоваться почаще. Вот и я, да. Как только согрешил, сразу старался бежать на исповедь. Чаще меня не исповедовался никто. Правда, духовная жизнь моя тогда была не очень это внимательная, да. Вот. Вроде все, больше ничего и не припомню, батюшка. А как на послушание вместо работы спал, помнишь? Было? Ой, совсем из головы вылетело. Каюсь, батюшка. Теперь все? Теперь точно все. А... забыл сказать? Забыл. Забыл, каюсь. А... не вспомнил? Вылетело? Грешен. Каюсь, батюшка. Грешен, батюшка. Может, я еще чего забыл сказать? Теперь точно все. Ты вот что. Как согрешишь, сразу записывай. Приучайся внимательно следить за собой. Вечером, перед сном, сядь, повспоминай весь свой день, чем кого обидел, что не так сделал, и запиши. Понял? Понял, батюшка, понял. Простите, братья, сестры. Простите, извините. О, какой ты родничок. Красота-то какая! Спаси, Господи, что подсобил. Без тебя бы еще час нас гружал. Ой, да во славу Божию. Ты это, давай, если что, обращайся еще, а? Да? Ага. Ну все, давай. Постой-ка. А? Ты крестное знамение неправильно накладываешь. В смысле неправильно? Перекрестись-ка. Вот. Вот видишь, машешь руками, будто мух отгоняешь. И неблагоговейно, и без внутренней молитвы. А как надо? Надобно так. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Понял? Понял. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все, простите, благословите. Молодец, смиряется.
покрой. Что? Голову покрой. Да платок надей. Ну что там? Что там? Да не знает никто ничего. Слушай, Сергеич, может, не хочет Бог твоих пожертвований? Поехали отсюда. Погоди, погоди. Извините. О! Господин монашествующий, где тут у вас старец? А вам зачем? Пожертвование передать. Что? Трудно пройти верблюду через игольные уши. Проходите, проходите. Открой коленку. Не-не-не, Сергеич, ты иди, мы тебя здесь подождем. Возьми пакет. Угу. Пожалуйста. Спасибо. Что же он творит, а? Если всем такими чемоданами раздавать, самим ничего не останется. Все деньги разбазарит. Вот, батюшка, это вам. Главное не привязываться к земным ценностям, к тому, что не захватишь в мир иной. А как это? Душу преображай. А чё это ты тут прячешься? Кто? Я? А я это, тут это, потерял. Ну, эту, как ее? Голос потерял. А, голос. И голос тоже потерял. А, понятно. Вот тебе и старец. Все нормально? А? А, да-да-да, все нормально. Нашел уже все. А, понятно. Фу. Фу. Ну дела. Да, послал мне тогда лукавую фантазию. Можно сказать, подложил свинью. Строгий пост, а он и рыбу ест, и вино пьет. Ой. Тоже мне духовный наставник. Господи, куда мир катится, а? Ой, мой хороший. Худенький такой. Что? На, вот пирожков поешь. Пирожков? Пирожки это хорошо. Пирожки это классно. А что они у вас это, постные? Постные, с рыбкой. Да как с рыбкой? Ну, матушка, ведь Успенский пост сейчас. Постного масла, кроме субботы и воскресенья, нельзя. А ты мне с рыбкой. Прости, сынок, не знала. Бог простит.
Так-то. Не то, что некоторые старцы. Еще и деньги берут, а? Ой, куда мир катится? Непонятно. Так. Слышь, брат, я тут жертву на монастырь принес. На, возьми. Да ты что? Да где это видано, чтобы у монаха деньги были? Бессеребренник я, понял? Понял, так ешь. А? Ты вообще слышал, что Иисус апостолам сказал? Ну... Он сказал, не берите ни сумы, ни две одежды, ни серебра в пояс. Так вот и монах, он не должен ничего иметь. Понял ты? Понял. Да ты передай только. Ты хоть эти деньги честным трудом нажил? Или так, грешки пришел мне здесь замолить? Знаешь, что лучше? Иди вот ты в храм и брось ты их в скорбонку. А меня, честного монаха, знаешь, не искушай. Все, давай. Это не влезет ведь. Мы еще не до конца понимаем, что такое пост. Для кого-то пост – это просто диета, не есть скоромного, а истинный смысл поста – это пост духовный. Однажды отец Павел Груздев рассказывал такую историю. Великий пост. Его пригласили навестить болящего. Приходит, а там пир горой. Ох, и душно сегодня в храме, а? И на душе как-то неспокойно. Вот пойду сейчас и какое-нибудь доброе дело сделаю. Точно. Во. И скоромно едят, и чарку наливают. Извините. И его пригласили. Простите. Не обижать же людей. Ну, а потом 3 дня держал строгий пост. Вот так-то. Ой, какое смрадное болото. Господи помилуй. Вот где помощь моя нужна. Сейчас помогу! Не надо, я сам справлюсь. Я помогу, давай, газуй, ну! Эй, ты куда? Вот. Ты куда меня толкаешь? А сила что? Есть ума, не надо, я в другую сторону еду. Как же? Давай сюда быстрее. Ну, давай в обратную, давай, 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 поехали, давай, давай. Давай, ребятки, давай. Я помогу, давай. И... Раз. Все. Все. Братья, помоги! Давай! Опа! Ты никакой машины здесь не видел? Кто? Я? Ты. Что? Машину? Машину. Какую машину? А, машину? Я... не видел. Ну что за люди? Ну ни на секунду отойти нельзя. Thank you.
Брат, а что-то ты под чужими окнами делаешь? Подглядываешь? Нехорошо. А я, иди кто, я просто думал, что это не ваше дело вообще. Господи Иисусе Христе, помилуй нас грешных. Вот и раз. Помог, помог украсть. Украсть. И к тому же соврал. Соврал. Да, за это из монастыря могут погнать. Теперь на исповедь идти. Ага. К этому старту со своими грехами? Угу. Сейчас. Разбежался. Да никогда на свете. Ха. Брат, там крупу для монастыря привезли, а помощников не найти. Подсоби. Всем помогать? Никаких сил не хватит. У меня у самого послушание. Вот. Всем от меня надо. Этому еще помогай, как будто у меня своего послушания нету. А тут еще тоже гораздо духовные советы давать. А сам-то что? Великий монах, что ли? Никому нельзя верить. Духовник и тот. Надо менять монастырь. Надо менять монастырь. Вот говорят, на Соловках или на Афоне. Пришел в себя. Пойду за духовником. Тебе, брат, исповедаться нужно. Не буду я исповедоваться. Как ты не будешь? Ты что, брат, совсем того? Ты посмотри на себя, может быть, последний день живешь. Ну, как лукавый-то тебя закрутил. Тоже мне родитель нашелся. Ну что? Ты, говорит, исповедоваться не хочешь? Вам нет. Вот как? Так ты же не передо мной. Ты ведь перед Богом исповедуешься. А? Я только свидетель. Ну, давай, смелее. Говори, чем соблазнился? Ну так я тебе сам скажу. Сперва ты увидел деньги. Потом наблюдал, как я жертвователем обедал. А откуда вы все это знаете? Каешься? Или может тебе напомнить, как ты помогал материалы со стройки воровать? Да и соврал. А может, ты стыдишься того, как паломницу или честного человека от чистого сердца пришедшего воспитывал, а? Да, ну да, ты же великий постник и бессребреник, куда уж нам, грешным архимандритам. Задрал ты нос.
кочергой не достанешь. Постойте, батюшка, я каюсь. Каешься? Каюсь. Полегчало. Вот тебе, братец Епитимия. Носи, не скрываю. Стыдись. И душой не прилепляйся. Да... Да как же я это смогу, батюшка? Бог благословит. Ну-ну. У кого сердце в страстях, перед тем никто не свят. Но по страстям в своем сердце думает, что и всякий человек такой же, как он. Да, кто на исповедь не ходит, того бес водит. Как там писал Симеон Афонский? Когда человек исповедуется, ум его подобен чистому родничку, а когда замыкается в себе, подобен смрадному болоту. Покаянием спасаются все без исключения. Господи помилуй. Ну, что там дальше у нас? Мудрый послушник. О, мудрый послушник — это моя любимая история. Монастырь наш рос и строился день ото дня. Вот воскресная школа. А это вот рядышком у нас дом паломника. Работали у нас на стройке тогда Каркарыч и Осаныч. Вот, кстати, наш завскладом Олег Александрович, или попросту Осаныч. Честно он всегда работал. За долгие годы у него со склада, ну, ни гвоздика прям не пропало. А вот прораб наш, Карл Карлыч, или в народе Каркарыч. Как говорится, каков прораб, такова и стройка. Ну, а на стройке у нашего Каркарыча работа просто кипела. Только не надо тыкать мне в нос свои бумажки. Это документы. Называются накладные. Вот тут подпись. Чья? Подпись моя. Только 5 мешков цемента нету, и банка краски пропала. И не баночка, а 20 килограмм. А я тут при чем? Я выдал, ты расписался. Какие ко мне вопросы, а? Пойдем, батюшки. Дай, ага, дай тебе говорю. Тряпки убери. Отдай. Зачем вам, батюшка, пара этих кустиков? Ни рожи, ни кожи, что говорится. Да вот, проверяю одно огородное мнение. Говорят, что томат и картофель несовместимы. Посмотрим. Вот так, так, так. То многое чего говорят. Вот Осаныч, например, говорит, что 5 мешков цемента мне не должен. А куда же они тогда подевались? А вам что... Сторож не сказал, украли ваш цемент. И краску тоже я украли. Я же тебе говорил, тройку да лучше охранять. А ты мне сторожа не трогай, он надежный человек. Я его 100 лет знаю, ты понял? Обманщик. Сам ты это... Сосвидетель ты. А ты? Ты слово из 3 букв знаешь? Что? Вор ты, вот что. Братья, послушайте, братья. Да чтоб я больше с тобой дело имел. Расшаркался, я сам с тобой дело иметь не буду. Больно надо. Все, никто ничего тебе больше не выдаст. Господа, все, господа. Лавочка закрывается. Ну, тогда и работы больше не будет. Стройка, останавливай. О, братья. Да ну его. Как, братья. Беда. Ну что, подлил ты масло в огонь? Исправляй. Виноват, отче. Как же я
Бог вразумит. О, Каркарыча не видали? Ну так на стройке там посмотри, с инженером где-то ходят. Спаси Господи. Эй, братуха. А? Время сколько? Полдень. В чем дело? Почему не работаем? А на складе стройматериала не выдают. Привет. Вам Асаныч передавал. Привет передавал. А мне его привет 100 лет, как собаке вертолет. Лучше бы украденный цемент передал, или хотя бы признался, что спер. Мелочь, конечно, но тут дело принципа. Привет, а привет ему. Назад передай, мне он без надобности. Все, свободен, до свидания. Вот и помирил. Ой, грехи мои тяжкие. Нет, вот ты сам посуди. Ну что за человек такой? Хоть копеечку вот такую вот, ну крадет. А ведь не бедный человек, на хорошей машине ездит, да? Я сам видел, как он с лесов 3 гвоздя спер. Вот на что они ему, а? Ну действительно, на что? Да померещилось вам. Померещилось? У меня глаз алмаз. Просто у него натура такая. Нельзя с ним больше дела иметь. Я с ним больше работать не буду, так ему и передай. Понял? Понял. Да, соблазнился я тогда. Батюшка, благословите. Бог благословит. Ну, вступайте с миром. Извините, извините, простите. Прости, брат. Простите, братья. Ой, батюшка, батюшка. Помирил? А? А, не, тут такое дело. Я вот подумал, зачем нам такой вороватый завскладом? Один, что ли, на свете? Ну ведь правда, не чист на руку. Я справки навел, он бывший карманник. Представляете? А кто тебя об этом думать благословлял? Никто. Нельзя так поверхностно судить о людях. Это все в прошлом. Я его еще мальчонкой знал. Он сирота. Рано мамку потерял. Да. Хлебнул малец горя по макушку. Тетенька, который час? Держите, воришку, сумку украл! Я его на улице подобрал. Накормил, отмыл. Учиться в школу определил. И ведь выправился парень. Уважаемым человеком сделался. Простите меня, батюшка, неразумного. Иди. Исправляй дела рук своих. Угу. И у Бога проси прощения. Угу. Ступай. Угу. Да. Угу. Загляни в дары подворья. Это еще зачем? Загляни, загляни. Ну, как благословите. Вот сейчас вот прям найду его и прямо вот ему и скажу. Брат, прости меня, пожалуйста, я очень виноват перед тобой. Нет мне прощения, но... Ну, я уже покаялся. Каркарыч не виновен. В этом есть, конечно, и моя вина. Так, нет, стоп. Лучше сказать так. Виноват я, а не он. Да, точно. Те мешки цемента, которые стали для вас яблоком раздора, которые стали для вас камнем преткновения, их помог украсть я. Да. Фух, все. Главное, не мямлить. Сейчас найду его и прямо ему скажу: житие мое, дела рук моих вот этих вот кража. И зачем мне батюшка сказал сюда зайти? Ах.
Житие мое, дела рук моих вот этих вот кража. Что? Какая кража? Не знаю ничего. Каркарыч вам привет передает. Как же? Передает. Да он, отродясь, слов добрых не сказывал. И вообще, он уголовник со стажем. Он пришил кого-то. Его обходить стороной надо. За 100 верст. А батюшка эту змею на груди пригрел. Да он меня за мешок цемента грохнуть хотел! А вы это... Передай этому Каркарычу, что я с ним рядом. Даже стоять не буду. Вот оно что. А я ж не знал, что тут такое дело. Не внял я словам старца и снова осудил. Батюшка! Mm-hmm. Батюшка! Тут вот какое дело? Каркарыч-то наш, оказывается, убийца! Как сказал Спаситель, кто сам без греха первый бросит в нее камень? Мы про грех человеческий слышим, а покаяния не видим. Ну, не скажите. Грех греху рознь. Этот человек из-за какой-то мелочевки прибил. И мы еще с таким психом работать должны. То несчастный случай был. Вот так. Из-за баловства у человека вся жизнь наперекосяк пошла. Тут пожалеть его надо, а не ярлыки навешивать. Ну а мне-то что делать? Смотри в себя, и будет с тебя. Ой. Ладно. Да, что ты как-то, батюшка, меня озадачил. Смотри, говорит, в себя и будет в тебя. Интересно, как это? Смотри в себя и будет в тебя. Прям даже не знаю. Как-то попробовать надо. Ну-ка. Так, значит, Господи, благослови. И смотри в себя. Так. Здрасте. Это самое. Карл Карлович, а вам Александрович поклон шлет? Что? Александрович поклон шлет. Да ну что мне его поклон? За трапезой. Спасибо.
У тебя часы какой марки? Часы? Бианкуи какой-то. Mm-mm. Не подходит. Не подходит? Жалко. А Карл Карлович интересуется, как ваши дела? Да что ему до моих дел? Пусть за своими смотрит, уголовник. О! Подходит. Уголовник. Уголовник. Уй! Уй! Да. Все, ну... Ну, я пойду уже, все. Извините. Ну все, пока. Асаныч, а? Ну прости ты Каркарыча, ну будь человеком, Асаныч. Ну прости ты этого Каркарыча, ну будь человеком, прошу тебя. Ну что ж ты такой прямый, прости его, Асаныч, прости Каркарыча. Господи, да что же ты такие упрямые. Который час? Вам-то какая разница? Ой, господи, как же их помирить-то, а? Как же это свое послушание-то исполнить? Они уже шарахаются от меня, господи, а? Вот же ж батюшка задание задал. Господи, вразуми. Ой. Как там? А? А? Я нормально. Все нормально. Ага. Все. Ничего не получается. Провалил я послушание, батюшка. Да не могу я так. Соблазняюсь. Это же все ложь. Да какая это ложь? На самом деле они друг друга даже очень уважают. Угу. Уважают, уважают. Только вот стройка наша стоит. И когда они за ум возьмутся... Очень разные они, понимаете? А у каждого свои в голове... Разные?
А вот посмотри. Говорят, что томат и картофель несовместимы. Но если привить черенок томата к картофелю, можно получить и плоды, и клубни. Ух ты! А? Ух ты! Что это у нас тогда получается-то? А? Что это, получается картофель и томат? Томатофель? Помоги мне. Каркарыч, ты виноват. Нет, Асаныч, это ты виноват. О! Так. Здрасте. Здорово. Какой счет? Хороший счет. Каркарыч, оу. Вам тут Асаныч яблочек освещенных передал. Отнеси обратно. Не стану я его яблок есть. Наворовал, небось, да? А ну отдай. Не-н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 е. Эй, ты куда? Александрович? А Карл Карлович вам вот это, как это, метку передал. Во, с пыльцой. Метку? Каркарыч передал? Ага, с пыльцой. Медок это хорошо. Чаю хочешь? Чаю? Хочу. Присаживайся. На! Ой. Забери свои яблоки. Да не мои это яблоки. А вот за медок, что передал, спасибо. Какой медок? Кому передал? С пыльцой. Вот брат принес. Сказал, Каркарыч передал. Садись, чайку попьем. Так это ты. Ах ты, мудрёный же ты монах, а? Это... Цемент? Тоже я. Чего? Ой! Чего? Как огонь тушит не маслом, а водой, как зло побеждается не злом, а добром, не ненавистью, а любовью. Отнимите у огня пищу, он погаснет. Отнимите у враждующего все новые поводы к вражде, и прежняя вражда его мало-помалу ослабеет, прекратится, забудется. А это кто сказал? Так говорил святой Пимен Великий. А-а-а.